Мы построили станцию технического обслуживания КАМАЗ в Хайратоне. We've built a КАМАЗ service station in Khairatun. Элеватор в Пулихумри. A grain elevator in Pulikumri. Крупнейшую в Азии ирригационную станцию в Джалалабаде. An irrigation facility in Jalalabad, the biggest one in Asia. Планируем реконструкцию тоннеля в Саланге. We're planning to rebuild the Salang tunnel. Постройку большого велосипедного завода. And to build a big bicycle factory. Так что видите, мы здесь не только воюем, as you can see, we're not just fighting, но и помогаем восстановить мирную жизнь. But also helping to restore the peaceful life. Следующий вопрос. Next question. Claire Bertrand, Le Monde. Monsieur Savelyev, очень интересно, как вы решились на эту конференцию? Mr. Savelyev, how did you decide to participate in this conference? Это было согласовано с партией. Was it approved by the party? Свободу прессы в Советском Союзе жестоко ограничивают. Freedom of press is always restricted in the Soviet Union. Ну, лично я никого не ограничивал. Personally, I didn't restrict anybody. У нас в СССР давно уже существует свобода для обсуждения любых серьезных проблем. People of the Soviet Union are free to discuss any complex issues. И мы готовы ответить на любые вопросы. And we're ready to answer any questions. В том числе и по нашей позиции в Демократической Республике Афганистан. Including those regarding our position in the Democratic Republic of Afghanistan. Еще вопросы. Other questions? May I? Johnny Smiley, The Guardian. Johnny Smiley, Guardian. General. What do you think have changed in the situation on the ground in Afghanistan since Soviet troops entered the country 5 years ago? Как изменилась ситуация на территории страны с тех пор, как советские войска пришли сюда 5 лет назад? Как вы сами считаете, мистер Джон Смайли? What do you think, Mr. John Smiley? Well, I'm sorry, General. Well, I represent free press. We want your opinion, your take on the situation. При всем уважении, я представляю свободную прессу, и нам важно ваше мнение о ситуации. Our readers really interested in that. Наших читателей это очень интересует. Ну вот вы всегда так спросите и в кусты. That's what you always do. You ask the question and you hide in the bushes. Но я отвечу. But I will answer. Любой факт можно повернуть в разные стороны. Any fact can be turned upside down or in any direction. Судя по вашему вопросу, вы считаете, что ситуация ухудшилась. Judging by your question, you think that the situation is much worse. Если это так, то да, она действительно ухудшилась. If so, I can tell you that it is much worse. Для сил, враждебных собственному народу. Worse for the forces hostile to their own population. Помощь иностранных государств муджахедам за эти годы возросла в сотни раз. During those years, the aid to mujahideen has increased by hundreds of times. Ну как вы считаете, мистер Джон Смайли, это способствует стабилизации в стране? What do you think, Mr. John Smiley? Does it help to stabilize the situation in the country? Well, sir, that's your answer. Это ваш ответ. Ну будем считать, что я ответил. Thank you. Пожалуйста, еще вопрос. Mr. General, I have a question. There is a reliable information that Soviet Union is planning to open 3 new faculties. Happy birthday. С днем рождения. What specific? Ну, такая она представилась. Я тоже это отметил. Простите, повторите еще раз вопрос. Конечно, я повторю. Есть достоверная информация, что Советский Союз планирует открыть 3 новых факультета в Кабульском политехе. Скажите, пожалуйста, какие именно? Я понял. Я военный, а не ученый. Этот вопрос вне моей компетенции. Спасибо. Он ее узнал. Она уходит. На фоторобот не похоже. Пожалуйста, еще вопрос. Other questions? Элиас, Жора, это Грим. Как
Американская журналистка, блондинка, не выходила? Нет, не было такой. Паранжа. Черт. Она ушла. Шура, что с Савельевым? Пора принимать решение. Ладно, я за Савельевым. Ты давай поднимай охрану, задействуй всех, кто есть в отеле. Есть. Достоверная информация, что СССР откроет 3 новых факультета в Кабульском политехе. Ты генерал? Минуту назад вышел. Он один был? Так точно. Савельев ушел. Черт, а было как пионер. Ты помнишь его вопрос? Да, помню. Политех, 3 факультета. Это закодированные сообщения. Мы договорились о встрече. Найди стенограмму пресс-конференции, восстанови точный текст и отправь в управление. Я в аэропорт и обратно. В аэропорт? Большого гостя из Москвы нужно встретить. Давайте бегом! Раненых в санчасть! Артистов, дежурку определите! Курсант! Вы с Агитрейда? Какая часть? А? Часть! Вы что, контужены? Товарищ офицер, зачем вы кричите? Вы же видите, он не слышит. Быстро в особый отдел! Оба! Палатка справа! Там листовки. Нас ищут. Написано, что мы преступники. Подождем. Здравия желаю, товарищ генерал. С прибытием. Опаздываем, полковник. За вас. Уточняю. Это не Джейн Уилсон. Это оперативник ЦРУ экстра-класса. Псевдоним Флаерти. Вот поэтому он и запретил ориентировку выпускать. До сегодняшнего дня считалась мертвой. Пересекалась с Савельевым. Лаосе. Вот тогда-то, я полагаю, он был
завербован ЦРУ. Митя, мы так не дойдем. Я пить хочу. Сейчас, Ань. Стой. Митя. Стой. Это может быть опасно. У нас выбор есть. Не знаю, Митька. Кабул! Пайса. Деньги. Кабул, там бакшиш. Пайса, деньги. Деньги. Нет. Садитесь. Садись, Ань. Почему политех? Каждое слово может обозначать любое другое слово или цифру. Миллион вариантов. Вызови шифровальщика. Нет, слишком сложно для мгновенной обработки. Тут шифроблокнот нужен. Шифроблокнот есть, даже два. Один у Сакса, другой в доме у Савельева младшего. Не подходит. Вы же его уже нашли, значит, могли расшифровать. Скорее всего, она использовала анаграмму или акростих. Так, первое слово начинается на букву Е. И у нас какая по счету буква? Шестая. Шестая. Д. Так, дальше С. Скорее всего, это адрес. Адрес, карту Кабула. Карту. Вопрос только, как он зашифрован? От большего к меньшему или наоборот? Виноват, не понял. Ну что ты не понял? У нас как пишут? Советский Союз, Москва, улица и так далее. У англичан американцы наоборот. Ну, если учесть, что она американка. Плоско мыслишь, полковник. Я же сказал, Джейн Уилсон, нелегал экстра-класса. Где Митя? Ты изменился. Митька где? Не думал, что меня еще увидишь. Чего ты хочешь, говори. Вот эти часы я подарила тебе. А ты их подарил своему сыну. С днем рождения, любимый мой. Вышла на Митьку. Где он? Там, где я хочу. Карла. Тихо. Каролайн умерла в Лаосе. А меня зовут Джейн. Хорошо, Джейн. У нас очень мало времени. Скоро здесь появятся наши волкодавы. Давай сделаем так. Я тебя вывезу за город, ты выведешь меня к Митьке, я дам тебе уйти, все. И на этом закончим. Нет. Хорошо, давай попробуем сделать по-другому. Ты знаешь мои возможности, я готов рискнуть. Я могу организовать тайный канал связи Рейган-Горбачев. Это будет серьезный прорыв. Мне кажется, это полноценный размен. А мне кажется, что ты блефуешь. Я не блефую. Это очень серьезное предложение. Оно никуда не годится. Вот. Запомни.
Что это? Стандартный вопросник. Стратегические планы советского командования, тактические решения и вся эта военная суета. Что, серьезно думаешь, что я готов на это пойти? Если тебе сын дорог, то у тебя нет выбора. Только быстрее. У нас нет времени, а у Митеньки его еще меньше. Гарантии. Их не будет. Заполняй. Меня ты можешь придушить. Но сына своего никогда не увидишь. Шах, что ли? В Кабуле есть улица с названием Шах? В Кабуле очень мало улиц с названиями, Вячеслав Игоревич. И чтобы еще были буквы А и У. Кабул. Кабул. Что Кабул? 2 миллиона человек. Может, это название какой-то местности или района, или что-то. Погодите, сиди и сюда. Нужна улица или район. Начинается на Шах... Шахбабур? Шахбабур. Шахбабур. Угу. Тахиравит. Понял. 48-й квадрат. Шахбабур – это окраина Кабула на юге. А так что это? Гробница Шахбабура, террасные сады. Поехали. Поздравляю. Ты вступил в сотрудничество с американской разведкой. Верни мне Митю. А кто мне вернет меня? Где мой сын? Подожди еще чуть-чуть. Я расскажу тебе одну историю. Она случилась в Лаосе 10 лет назад. С одним очень сложным и крутым человеком. Он был разведчиком нелегалом. Такая нервная работа. И он познакомился с девочкой-хиппи. Тогда было столько хиппи в Азии. Солнце, море, дешевая еда, трава. Она была так прекрасна, что он не устоял. И она тоже. Такое безумное счастье. Такое немногим дано. Но он обнаружил в своей комнате жучки. И решил, что это сделала она. Он выследил всех ее друзей и приказал партизанам по Тет-Лао убить их всех. Но прежде всего, ее. И партизаны это сделали. Но это Адриане. Она была так живуча. Кстати, ее звали Каролайн. Она очень хотела жить, чтобы сохранить жизнь своему будущему ребенку. Но он же об этом не знал, правда? Иначе он бы этого не сделал. Или все-таки знал. А ребенок погиб. И отдал свои непрожитые годы своей маме, чтобы она могла за него отомстить. Каролайн уже никогда не могла иметь детей.
Он не знал еще одного. Девчонка его искренне любила. Хотела сохранить ребенка, все бросить и уйти из фирмы. Не получилось. Пришлось ей вернуться в Англию. Это уже другая история. А жучки все-таки были. Были. Даже мог все исправить. Все одним своим словом. Каким? Поздно. Уже слишком поздно. Каролайн, почему часы не ходят? Где Митька, Каролайн? Тихо сказал, лежать! Лежи! Дергайся ты! Все, есть. Готовый. Да все, отпускай, отпускай. Пойдем. Вот так вот, пошли. Держи. Ты? В аэропорту напился колючки. Пей. Подонолад. Все нормально. Журави! Сиди, они сейчас... Сангробите! Машину! С сегодняшнего дня все операции по управлению по эту сторону речки беру под личный контроль. Все усилия бросить на поиски младшего Савельева. Докладывать абсолютно все. Согласовывать каждое действие. Разрешите обратиться? Не разрешаю. Бардак у вас тут. Прокол за проколом. Кротова отпустили. Савельева упустили. Этот еще Карышев из военной прокуратуры пропал. Что с ним? Говорят, запил. Ищем. Вообще здесь все очень подозрительно. Возможно, пропал не случайно. Найти и первым же самолетом в Москву отправить. Есть. На Джейн ориентировки везде разослали? Раздали и разослали. Я спросил, везде? Так точно. Значит так, сегодня же вертушкой на каждый пост, на каждую заставу. Все ясно? Так точно. Выполнять? Есть. У меня самолет в Москву, они тут бардак развели. Значит, взяли Савельева? Да, буквально час назад. Басов, твою мать, почему ты мне раньше не сказал? Не до того было. У нас масштабная движуха намечается в квартале Чарчата. Где конкретно? Контрреволюционная зачистка. По информации, там серьезные духи засели. Диверсию готовят. Где конкретно? Мы должны быть здесь, другие здесь. Здесь и здесь. Так, все. Кэп, Кэп, ты куда? Там человек один. Помочь надо. Тебе нельзя в город. Если Савельева взяли, за тобой тоже придут. Мною подавятся. Кэп! Ну, что делаем? Привет, соседка. Здравствуй. Вот, смотри, вещи собрала. Так хотел тебе что-нибудь вкусненькое принести, но тебе только сушки, может. Ну, ничего, это пока. С врачом поговорила, скоро выписывают. Домой поедем. Хорошо.
Мишка звонил. Переживает. Передай ей, говорит, что люблю. Ты из-за него, что ли? Натворил чего? Валь, оставь меня, пожалуйста. Хочу поспать. Сушки на столе, с чаем одно удовольствие. Ира! Уходи, Ира, пойдем со мной. Опа, пошли со мной. Пошли со мной. А ну стоять! Куда ты собрался, а? Ты неправильно все поняла. Хотел украсть. Нам нужно уходить отсюда, Ира. Ну. Так бери маму и уходите из района. Зачем? Не задавай мне вопросов, просто поверь. Здесь очень опасно, хорошо? Ир, пожалуйста, поверь мне. Давай, давай, иди. Иди, давай. Молодцы. Руки убрать! Вы свои, что ли? Суки. Особый отдел. У нас операция. У нас тоже. Тут в районе духи засели. Мы вас за них и приняли. Буквально на минутку выскочила. Представляешь, туда это все в порядке, а обратно какое-то столпотворение. А ты что такая? Что случилось? Тебя трясет все. Давай мне его. Это мой сын. Мой, я никому не отдам. Конечно, конечно. Мой. Мой. Ира. Анечка, Кабул. Приехали. Так, нужно записку написать для Мишки. Нужно карандаш и листочек. Нет, смотри, что я нашла. Что такое? What do you have? Yeah, take it, please. Please. This one. 15 фотоателье, эти фотографии смогу забрать. Так, это нам пригодится. О, то, что надо. Я вызову. Ой, Федя, Федя. Как же я старался, чтобы тебя спасти. Ты же упертый. Все сделал, чтобы пропасть. Спасибо за старание. Подпишешь признанку, возьмешься на себя. Я выведу Мити из-под боя, когда мы его возьмем. Знаешь, более того, потом позабочусь о нем. Не разобрать ничего. А что тут разбирать? Ничего лишнего. Вербовка. Сотрудничество с ЦРУ. Мы нашли бумаги, которые вы пытались уничтожить на месяц твоего задержания. Ребят, мы молодцы, постарались. Все до клочка собрали. Ладно, Федь, вот. Вот, держи. Держи ручку. Вот, держи, держи, держи. Вот, подписывай. Что ж ты творишь-то?
Федь, кончай болтать. Подписывай, разом все кончится. Давай. Да пошел ты. О медике моем заботиться не надо. Слав, ты же был отличным другом. Что случилось? Я тебе пришлю пистолет с одним патроном. Прощай, Федя. Это хорошо. Это хорошо. Осталось только Митьку найти. База. Тебе бача какой-то записку оставил на кухне. Кэп, а это, кажется, тебе записка. Под арестом. Тебя тоже в шпионаже обвиняют. В шпионаже? Вас обоих. В доме, где вы жили, нашли какие-то шпионские приблуды. И на них, Митя, твои пальцы. Теперь все ясно. Что тебе ясно? План Джейн. Она узнала про нас с Аней. И хотела заставить меня дезертировать, чтобы свалить отца. А когда это не получилось, отправила нас обоих к Рашиду, чтобы убить, якобы при переходе границы. Угу. У меня бы нашли американский паспорт. Аня бы стала доказательством того, что я действительно хотел убежать. Ну и эти отпечатки в доме. Надо все рассказать. Не поверят. Посадят по разным камерам, и все. Некому будет отца оправдать. Да, конечно, утерла всем нос эта американка. А я ее найду, Мишка. Мы ее найдем. Но это не так просто, ребята. Кабула-то не поселок городского типа. Тем более она все сделала, и поэтому запросто могла свалить. Верно? А у меня план есть, Крутов. План? У тебя есть план, Митя. Быстро ты матереешь, Чижара. Заматереешь что-то. Рашида нет новостей. Савельев арестован. Шурови говорят, расстрельное дело. Тебя ищут. Исмаил, ладно, поехали. Действуй по плану, а сейчас исчезни. Поехали. Поехали, говорю. Отец. Узнал меня? Мы с другом приходили к тебе дубленки покупать. Ты нам хорошие куртки обещал. Не помню я, сколько народу ко мне приходит. Ты на вот той доске написал отель Лакшар. Из-за твоего Лакшара у моего друга теперь большие проблемы. Ошибся ты. Я не умею писать. Я считать умею. Шутишь? Да. А зачем шутишь, старик? Я что, смешной? Вспомнил. Да? Беленький, худенький. Точно. Клянусь, я здесь ни при чем. Меня попросили написать, я и написал. Кто попросил? Не знаю. Знаешь? Точно не знаешь. Клянусь, я не знаю его имени. 500 афганей давал. Найдешь мне его. А где я тебе его найду? А я не знаю, где ты мне его найдешь, старик, но ты мне его найдешь. Хорошо, 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 Журавий, хорошо. Найду, найду, найду. Через 2 часа вернусь. Мишка вышел.
звонит кому-то. Повесил трубку. Ходит. Вижу, вижу. Сигаев, принимаю кривого, в твою сторону движется. Добрый день. Документы, пожалуйста. Что случилось, офицер? Проверка. Вот документы, пожалуйста. Машину откройте. Моя жена. Руку пусть покажет. Покажи ему руку. Извините, придется пройти личный досмотр. Не имеете права. Я не дам свою жену обыскивать. Не волнуйтесь, досмотр произведет специалист-женщина. Марьям. Марьям, я не допущу. Я не допущу. Ничего страшного, я пойду. Тише. Снимите, пожалуйста, паранджу. Сейчас их отвлеку. Глянь, что она делает, а? У нее лицо везде закрыто, как специально. Тут. Тут руками. А вот это хорошее. Тут закрыто. Ань, ну ищи, пожалуйста, может, там есть. Тут закрыто. Так. Я вот этого помню.
Вы у него жили? Да, да, точно. Он меня во второй дом вез. Это откладываем. О, вот Джейн. Нашла? Она? Да. Умница. Все, это печатаем. Hi. Что-то не понял. Это кто? Это журналист англичанин. Ты что, ревнуешь? Анька, вот этот, кто нам поможет. Я думаю, будем дольше искать. Пошли. Привет. Привет. Извините, что отвлекаю. Это Дмитрий, мой жених. Рад познакомиться. Отличная борода. Спасибо. Но у нас для вас есть сенсация для публикации. Серьезно? Почему бы вам не разместить ее самой? Тому есть очень серьезные причины. Поверьте мне. Допустим. Так что за материал? Сколько вам нужно времени, чтобы опубликовать материал? Ну, если это по-настоящему горячо, сегодня в вечернем выпуске. Это было бы превосходно. Поздравляю, вы только что нашли золотую жилу. Встретился с кем-то. Этот второй в хадовской форме. Жаль, послушать нельзя. Сменяемся. Пусть Сигаев теперь за хадовцем топает, а Пахомов за кривым. Сигаев, рокировка. Бери на себя хадовца. Пахомов и Черноуз принимайте одноглазого. Нашел Лавра? Нет. На работе и дома его не было. Передал сообщение через соседа. Бар поймет, что от нас и где мы. Погоди, майор. Хорошо, что ты это. Я тебе доверяю. Без протокола хочу сказать. Развяжи, а? Исключено. Тогда подойди ближе. Ближе подойди. Все, что ты слышал. В каком смысле? Ну, весь этот бред. Про меня, про Митьку. Ну, что мы... Это игра, понимаешь? Большая игра. Постарайся меня услышать. У тебя ведь брат погиб. Ты же знаешь цену ошибки. Есть два варианта развития событий. Или мой сын погиб, и его скоро обнаружат. Думаю, где-то на границе с Пакистаном.
Им обязательно найдут компромат против него. А значит, против меня. Откуда вы это знаете? Или он жив? И уже в Кабуле, и пытается разобраться со всей этой каруселью. Товарищ генерал, куда вы ведете? Найди моего сына, майор. Помоги ему со всем этим разобраться. Майор, в твоих руках сейчас жизнь тысячи солдат, майор! Я-то ладно, я уже пожил. Но неужели тебе пацанов не жалко? Найди моего сына, майор, слышишь?